Всем привет! Меня зовут Света, и я ваш шопоголик со вкусом. И сегодня у нас с вами будет новый большой обзор. Надеюсь, что он получится большим. Но, как всегда, постараюсь не сильно вас пригружать. Я сейчас нахожусь в резерве, но на самом деле пока не собираюсь здесь что-то снимать. Хотя от вас комментарии такие были. Я все читаю, все вижу. Спасибо вам за них. А сегодняшний выпуск я посвящаю обуви, потому что совсем немножко, и мы не сможем уже ходить с вами вот так вот в кроссовочках. Поэтому давайте посмотрим, какие классные, стильные, а главное, качественные модели, потому что для обуви это очень-очень важно, мы можем с вами найти. Ну что, пойдем? И да, друзья, я, кстати, снова нахожусь в Коламбусе, потому что, по моему мнению, здесь оказались магазины, которые будут интересны. Так, ну что ж, заходим с вами в Рандеву, давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Наверняка вы все знаете, что в Рандеву представлено множество брендов. Последний раз, когда я была здесь, мне не очень понравилось, потому что, знаете, показалось, что все как будто бы с рынка. Так что давайте смотреть сейчас. Вижу уже очень популярную модель, которую сегодня я наверняка вам покажу не один раз. Это ботинки Челси, но и они бывают разные. Вот, например, в данном случае ботинки очень удачные, потому что у них высокая подошва и у них классная длина. Но, как видите, длина нестандартная. Если бы они были укороченные, было бы возможно получше. Нужно смотреть, где у вас будут заканчиваться. Если ботинок будет заканчиваться на самом толстом месте, да, скажем так, ваши ноги, то будет, конечно, не украшать. Но здесь, кстати, есть замок, что тоже прикольно выглядит. Это у нас, не знаю, что за бренд, а это H, так что должны, наверное, они быть дорогие. Сейчас посмотрим. Ну, кстати, это у нас натуральная кожа, теленок за 18 970. Сейчас посмотрю, если размер 37, можно, мне кажется, померить. Кстати, смотрите, из менее базовых моделей вот такие вот казаки, которые очень прикольно смотрятся. Это тоже H за 17 240. Красиво смотрится, да. Также у нас сразу здесь с вами представлены вот такого плана. Очень, да, напоминают нам фасон на Челси, но они более удлиненные. Есть в светлом оттенке и в темном. Давайте посмотрим цену. Так, 29 240 они стоят. Тоже здоровские. Давайте посмотрим, что же есть у нас дальше. Туфли мы даже с вами не будем обращать внимание, потому что все-таки мы ищем сейчас что-то, что мы сможем носить в осенне-зимний период. Смотрите, какие классные, еще один тренд. Это сапоги-чулки, очень мягкая кожа. Здесь, понятное дело, у нас с вами все очень-очень тоненькое. Вот эти более классические, здесь же у нас отличается, видите. Но, не знаю, я бы, наверное, выбрала больше вот эти. Это у нас Луджи. Так, посмотрим стоимость. 25 590. А, кстати, это искусственная кожа, представляете? Ну вот, видите, какая я. Не разбираюсь, но по мне так очень мягкая. Смотрите, у нас здесь с вами имеется то, про что я в самом начале говорила, как будто бы с рынка. Видите, у нас здесь место Прада, Милан, у нас здесь тренд Милана. Сделаны такие штуки. Ну, натуральная кожа, 11 990. Для тех, кому немножко не хватило на Прада. Хочу, кстати, отметить, что практически у всех брендов одинаковые модели, поэтому сейчас что-нибудь выделю и буду мерить вам показывать. Смотрите, стенд с очень прикольными тоже ботинками, очень модными сейчас. Во-первых, смотрите, как классно сделан вот этот вот носик, мне нравится. Наверное, это, правда, какой-то супер огромный размер, 40-й, да, очень большими смотрится. Но всего 10 710, а за натуральную кожу вполне себе. Очень стильно они выглядят. Опять-таки, да, массивная подошва. И радуемся, потому что она очень удлиняет ноги. И, конечно же, делает вас выше. Почему нет? Мне очень они тоже нравятся. Мне кажется, что это, наверное, замша натуральная. Да, тоже теленок. Вообще 9 440. Вообще супер. Ну и более классическая модель под Dr. Martens. Да, мне кажется, что их сейчас уже, наверное, не найдешь. Это кожа. И она, видите, Made in Italy, кожа, и это зимняя, причем обувь. И вообще вот такого плана ботинки, конечно, это очень и очень удобные. Если вы не любите что-то, чтобы натягивалось, да, вам важно, чтобы был замочек и были спереди шнурочки, то почему нет? Вот такие вот, это просто вот абсолютно универсальные, с платьями одеть. Я вам поставляю картинки, что можно с этим надеть. 13 690 стоят они. Мех целиком натуральный, то есть, ну, прям везде, очень теплая модель.
Смотрите, какие вот эти очень необычные, классные. Покажу вам более классические. Конечно, форма на любителя, но если это все красиво стилизовать, то будет очень суперски. 9210. Тут наверняка уже теплые модели начинаются. Кстати, уги у нас с вами не покидают нас. В прошлом году они снова стали популярны, в этом году также. Например, да, некоторые очень любят такую неубиваемую модель, кожаную, потому что натуральный мех. 6190. Какая-то французская фирма, да. Если взять какие-то классические, очень мягкие, легенькие. Ой, смотрите, вообще натуральный мех, замша. 4640. Так, тоже тренд этой зимы, это вот такие вот луноходы. В прошлом году они тоже стали вдруг популярны и продолжают. Это мех натуральный, 8390. Мне больше нравится вот такого вот плана, и они наверняка кожаные, прям такие весьма-весьма симпатичные, легенькие-легенькие. Ну, мех, наверное. Так, мех, нет, натуральный мех, да, кожа натуральная, 8690. Так, смотрите, примерила Челси. Для того, чтобы не было вам скучно, светлые. Кстати, светлые Челси в прошлом году я просто сносила, но они у меня были не кожаные, поэтому я их просто выкину. Но я их купила очень дешево, поэтому все возможно. Видите, здесь немножко собирается, потому что это не мой размер, мне нужно немного меньше. Например, светлые очень классно носить с какими-то спортивными костюмами, с, не знаю, какими-то зелененькими лосинчиками. В общем, я вам покажу тоже, как и что. Смотрите, видите, какой это мех. Это просто вообще супер-пупер универсальный на зиму. Даже жарко, мне кажется, будет. По стоимости сейчас скидка действует 8000. Смотрите, консультант принес мне очень классную модель. Сейчас померю. Хочу отметить то, насколько они легкие, просто какие-то невесомые. И, кстати, внутри получается как еврозима, да, когда у нас здесь нет меха, а внутри посмотрите какой. Так, цена 11790. Слушайте, ну мне прям очень нравятся, очень классные они. Видите, немножко они так тоже топорщатся, но это нормально. Хотя могли они быть прям совсем к моей ноге, но мне кажется, что вполне себе. Даже то, что они немножко стоят, потому что вот эти наши а-ля, знаете, сапоги наездника, они до сих пор популярны и будут популярны. Тут, кстати, домочек. Так, ну что ж, показываю вам еще один мой фаворит. Такие вот классные ботинки. Причем, смотрите, я одела сейчас два, и сразу стало заметно, что носики отличаются, да. Хотя специально сделана вот эта вот потертость для того, чтобы, ну, если вы их что-то стесали, то как будто так и должно быть. Мне нравится их такой расслабленный стиль. Во-первых, красивый оттенок, и они невероятно тоже классно сели и по ноге. И опять-таки, повторюсь, это такая вообще универсальная модель, да. Выбрать просто можно в разные формы. Выбрать вот такие вот кожаные, выбрать вот такие вот Тимберленды на зиму. Кстати, тоже очень классный вариант, я вам его не показала зимой. А, ну это Люмбер какой-то, это не Тимбы, но что-то наподобие. А, заметила, что разные носики у них. А это нужно немножко, знаете, их сейчас привести в порядок. Так, кстати, я ставила на коллекцию Иконики. Очень мне она понравилась в интернете. Давайте посмотрим, что представлено в магазине. Смотрите, больше покупок, больше скидка. Допустим, на 22 тысячи вы купили, скидка будет 5%. Сразу обратила внимание на вот эти вот сапоги. Смотрите, какой красивый круглый носик. Ну, белые, да, слишком такие вот черные. Давайте рассмотрим универсальные. Невероятно мягкая кожа. Это осень. Цену не вижу, сейчас поищу. Так, 28990. Опять-таки вижу сразу нашу уже базовую модель, это Челси. Да, здесь черные представлены с мехом за 24990. Светлый без за 22990. Мягенький, очень приятный. Есть еще такие, вот смотрите, очень стильные на таком каблучке. Они тоже без замков за 21 990. И следом у нас тут опять-таки, да,
в стиле мартинцев, только здесь, смотрите, есть, кстати, замочек для вашего удобства, потому что все-таки, когда есть такие шнурки и довольно высокий ботинок, очень тяжеловато их одевать, поэтому замок в этом случае, конечно, выручает. Такие яркие стоят 24 990. Кстати, размерная сетка у них с 35 по 41. Опять, видите, у нас здесь тоже есть дутики очень популярные за 13 990. Какие у нас здесь яркие, на самом деле тоже тренд сезона, да, зебра еще и в таком классном исполнении, очень стильные, ну, конечно, такое у нас не про базу, а про акценты в образе за 28 990. В принципе, все очень довольно стандартно. Опять мы видим Челси, опять мы видим Оксфорды. Челси высокие, низкие, какие только не хотите. Но я, честно скажу, очень люблю эту обувь, поэтому мне она лично очень нравится. Я рада, что сейчас она есть вообще в разных образах и у разных брендов. Вот эти, например, 21 990 стоят высокие. Так, ну что, давайте померяем. Кстати, смотрите, вполне себе нормально натянулись на лосины. Очень приятная мягкая кожа и хорошая длина. Напомню, у меня 169 рост и размер 38. И как видите, прям вот они нормально так заканчиваются. Я, может быть, хотела, чтобы они были немножко повыше, для того, чтобы, когда, например, садишься, было тоже все прикрыто. Но на самом деле, в плане комфорта, отличные. Смотрите, какой красивый шоколадный оттенок. Мне понравился вот этот вот квадратный носик. Тоже, опять-таки, довольно высокая подошва. Но смотрите, как они здоровски сидят, да, в отличие от тех в рандеву, потому что там у нас они были в форме Челси, была резинка, из-за этого немножко они складывались. Здесь же тема другая. Но сама стилистика, да, вот этих же киевских сапог сохранена. Мне прям нравятся, они очень красивые. Так, показываю и на каблуке. Смотрите, какой красивый оттенок, серо-синий такой. Опять-таки, очень красивый носик. Но они прям довольно узкие. У меня нога широкая, поэтому могу сказать, но зато смотрятся они, конечно, отлично. Смотрите, какой классный каблук, да, тренд сезона, большой и широкий. Но сама по себе кожа очень мягкая. Это, конечно, такая вот прям совсем легенькие. И стоят они 22 990. Кстати, смотрите, вот еще похожая модель черного цвета. Уже замком. Такие более добротные. 22 990 рублей. И есть такие же высокие. Очень секси. Так, на самом деле, как видите, модели очень похожи. При этом цены очень высокие, и на самом деле по обслуживанию я бы не сказала, что как-то прям супер. Что-то я прям немножко расстроилась. Но здесь на самом деле все просто, согласитесь, когда вы платите 30 тысяч за обувь, хочется, чтобы и обслуживание было, ну, такое, как бы, подходящее. А здесь как-то не очень. Кстати, почему я приехала в Коламбус? Потому что, если вдруг вы не знали, в старом Коламбусе, в его старой части, сделали, видите, галерею обуви. Я иду туда, посмотрим, что есть там. Здесь и Эко, и Честер, и какой-то Shoes Market, где, мне кажется, ну так себе, наверное, модели. И Маскот, и Соло Стайл. В общем, выбор огромный, но прикол в том, что сейчас модели везде очень и очень, конечно же, похожи. Пойдемте зайдем, наверное, в Респект. Мне кажется, он много в каких городах есть, и всегда там цена такая, как бы, чуть-чуть пониже. Ну, раньше была, сейчас проверим. Запах, конечно, здесь сразу немножечко, знаете, такой кожей и дерматином пахнет, но все-таки модели, как видите, похожи. Вот, видите, похоже, вам показывала и в рандеву. Давайте посмотрим стоимость здесь. Но здесь, конечно, присутствуют вот такие вот всякие элементы, которые, обращаю ваше внимание, обувь дешевят. Но, может быть, она и по цене-то поменьше. А цена, минимальная цена 8 799, как рандеву.
Сейчас мне сказали, что здесь еще на все белые ценники акция минус 20, где здесь 8449, вот такие вот ботинки стоят. Это из разряда для тех, кто, ну, кому холодно ходить в кроссовках, но при этом что-то похожее, или вот типа вот такого плана, да, кеды, в которых реально очень тепло, за 7679. Это, кстати, кожа, ну и текстиль, да, ну хотя бы кожа натуральная. Тоже смотрите, какие прикольные чубки. И давайте посмотрим здесь стоимость. 10 079 рублей. Тоже такие вполне себе с такой вот тракторной подошвой, но они прям очень литые. Мне кажется, я их не натяну на свои лосины. Нужны колготы. Тоже, да, смотрите, вот на примере. Вроде как одинаковые стоят, но при этом всякие детальки, они, конечно, играют роль. Например, вот эти три модели смотрятся абсолютно по-разному, потому что здесь у нас какая-то клеенка, которая как будто как-то неаккуратно сделана, да. Здесь у нас вроде как будто бы какая-то классическая модель идет, да, но при этом к ней приделали тракторную подошву. А здесь, ну, вот эти вот штучки кожаные, мне кажется, что они немножко ни к селу, ни к городу. Ну вот, 7999 стоит. Или живот, пожалуйста. Вроде тоже ничего такие, но вот эта вот эмблемка, конечно, все портит. При этом, смотрите, вот такого плана. Вполне себе хорошо смотрится, и аллилуйя, нет никаких лишних штук. А стоят они 8799, и смотрите, там прям вот мех-мех. Это кожа и натуральная шерсть. Да, все есть. Слушайте, то ли, конечно, дело в том, что когда тебе что-то нужно, ты не можешь ничего найти, то ли сейчас прям обуви очень много, не знаю, просто полные магазины, выборы вот так вот везде. Мне кажется, в этом году не будет таких вот проблем. И давайте зайдем в еще один магазин, Tamaris. Я уже начинаю переживать на тему того, вообще выйдет ли этот выпуск, потому что по факту во всех магазинах одинаковые модели. Смотрите, здесь тоже какие-то есть клиентские дни. Каждый борется как может за покупателя. Вот на каждой пары, получается, распространяется скидка. Ну, получше, чем в этом, скажите, где я там была сейчас. Тоже со скидкой, а-ля то, что я мерила в рандеву. Очень такие легенькие, очень мягкая. Вот это вот а-ля замша, уже не уверена. Нет, натуральная до кожи. 8000 они стоят. 30% скидка. Вот прям ничего-ничего, такие прям хорошенькие. И, соответственно, есть такие же вот замочком. Давайте посмотрим цену. Это тоже натуральная кожа, 12000. Их цена. И цена, конечно, просто для премиалки, это вообще супер. 50%. Так они 23 тысячи, 24, а так да, 12. Да. Вот эти. А долго у вас будет эта акция? Ой, пока даже не знаю. Да. Вот понятно, эти, да. Вообще обалденно, всего 13 тысяч. Вот, кстати, да, сейчас такие же похожие мерила, да. И вот эти, так они 28 стоили, и эти Челси вообще. Угу. Тоже вот они 18, да. 9500. Важных покажу очень. Коричневым. Да, для тех, кто не любит вот эти все тракторные подошвы. Да, прям отличная, да, классика. Угу, красиво, да. Вы, кстати, да, обслуживание, пожалуйста. Так, на каблуке здесь тоже отдельные стенды, но мне пока что ничего не приглянулось. Поэтому и не показываю. Все очень такое женское. Да, друзья, в этом году просто мне кажется, что не очень-то хватает покупателей всем. Как видите, магазины ломятся. Кстати, смотрите, какие красивые вот желтенькие. А, но при этом покупателей, к сожалению, по всем явным причинам нет. Ну и пойдемте зайдем в магазин, который, честно скажу, не знаю, как произносится. Дайчман, или как так. В общем, мы поняли, много он где есть. Поэтому давайте посмотрим. Здесь, по идее, должно быть дешево. Но вот интересно, есть ли здесь что-то кожаное. Так, ну вот опять-таки, да, смотрим. У нас есть Челси. Самая низкая цена 5499. Так, ну, кстати, мягенькие. Где понять их материал? Нет, видите, 85 это полуретан и полиэстер. 100% что-то там подошва. Поняли, да? В общем, 5500
за ненатуральную кожу. Кстати, я, например, осенью люблю ходить в кроссовках, особенно как сейчас погода очень позволяет, и мало где они были представлены. А смотрите, здесь мне прям очень понравились вот эти вот две модели, очень прикольные, сделаны классно. И мне кажется, что они такие, знаете, тепленькие, в том плане, что они довольно плотные. 2 699, и у них искусственная кожа, понятное дело. Да, видите, также из зимы у нас есть с вами уги по 2 999, но, честно скажу, не очень они выглядят. Сапоги, чулки также имеются, 5 499, но и здесь тоже полуэтан, ну, мягкий, да. Нет, смотрите, все-таки кожу натуральную нашла. А смотрите, по 6 999 вот такие вот. Но смотрите, как отличается, да? Вот кожа матовая, хорошо, стильно, дорого. И вот такая вот, сразу как-то, не знаю. Она еще, конечно, мягенькая вся, но немножко выглядит менее стильно. А на упаковке написано, что 90% кожи, а 10% полуретан. Значит, все-таки не полная. Ну, соответственно, Челси также есть. Смотрите, по 6 499 тоже натуральная кожа. Видите, они здесь прям вот такими наклеечками все определено. И где зимняя обувь тоже. Вполне себе, но я так понимаю, что размеров, наверное, мало, потому что все-таки, наверное, из кожи, что мы сегодня с вами видели, это у нас самое демократичное. Фух, ну что ж, друзья, боже, храни прекрасный свет в магазине H&M. А я хочу подвести итог и закончить этот выпуск тем, что, как вы видите, коллекция очень-очень схожая. Понятное дело, что у нас уже несколько сезонов, несколько лет. По факту, какие-то там базовые модели, тренды или что-то из трендов, да, оно потихонечку приросло уже в наши обычные повседневные вещи. И поэтому, конечно, бренды под это все подстраиваются. Поэтому ничего нового мы не увидим. Единственное, отличается, как я уже показывала, какой-то фурнитурой, да, которая может как-то повлиять на общий, да, облик модели, качество точно так же. Конечно же, лучше выбирать обувь хорошего качества, натуральную, натуральную кожу, тем более, что сегодня вы могли это увидеть, что цена может абсолютно не отличаться. Немножечко стоит поискать, и обязательно что-то найдете. Пишите обязательно свое мнение, как вообще, что вам понравилось, что не понравилось, я с удовольствием почитаю. Но вам я желаю, как всегда, отличного шопинга и хорошего настроения. Пока-пока!